Давайте с вами посмотрим, какие есть опции конфигурации у Helior Sigma 1KSL. Чтобы войти в меню конфигурации, нам необходимо зажать кнопку «Конфиг» и подержать ее 5 секунд. Сначала мы видим настройку эко-режима. Для того, чтобы нам изменить, то есть включить эко-режим, необходимо нажать «Конфиг» и подержать. Единичка означает «Включено». Для того, чтобы перейти к следующему пункту, необходимо нажать «Вот». Для того, чтобы включить режим пропуска или по-другому режим bypass, также нажимаем конфиг и держим несколько секунд. Нажимаем вот. Дальше мы с вами можем перейти к настройке напряжения. Есть три опции: 220, 230 и 240 вольт. По умолчанию стоит 230 вольт. Нажимая конфиг, можем изменить напряжение. Оставим 220. Нажмем вот. И для того, чтобы выйти обратно в общее меню, нажмем клавишу включения и поддержим ее. В режиме экономии источник работает более шумно, однако инвертор у него фактически выключен.